Да, процесс идет просто шикарно. Эх, рюкзачок бы побольше. Ну, может быть, ведут какое-нибудь нововведение, обновление. Может, рюкзаки там побольше будут. Посмотрим, сколько будет схем-то с этого. Добыча, продажа, деньги. Нормально, уже 182 штуки, обалдеть. Либо будет 300 с чем-то, либо 400. Наверное, скорее всего, 300 с чем-то будет. Посмотрим. Хотя, да, может быть, 400 будет. В пределах 400 точно, наверное. Но чтобы это все выяснить, одну ходку по-любому надо сделать, все данные записать, чтобы потом было проще отправлять 20%. Отлично. Учитывая 20%, я себе заработал на него. Да, скорее всего 400 штук, наверное, будет. Посмотрим. Я вот так вот смотрю по этим, сколько вкладывается. Если 400 штук будет и еще 26, у меня 426 соли. Охренеть. Там-то у меня было 176. Здесь получится... О, нехило так.
Ну что же, подольше добываем, подольше перерабатывать будем, но зато за раз все. Приехал. Нет, не приехал. Зашел в игру, пару ходочек сделал и нормально. Ремонта 4, аптечки 4, я потом еще докуплю, чтобы с собой было. Шикардос. Интересно, через сколько времени я забью этот хемпт. Немного осталось. Я смотрю, там собор по кому-то работает. Двоих завалил. Сейчас главное на беспредельщиков не нарваться.
Ну вот, почти забил. Блин, еще перерабатывать, офигеть. Отлично, ровно 400 соли. Добиваем остатки. И поехали на переработку. Да, я угадал, 400 соли. Слушайте, классно. Получается 426 соли. Охренеть. Отлично. Теперь переработать. Он, конечно, очень громкий. И управляемый просто жесть. Да, он не быстрый, но зато очень вместительный, и это радует. Горючка поправится после перезахода в игру. Ну и вообще будет шикарно. Правда, всего в нем 45 литров. Вот это вот мало. И он очень шумный.
Как бы не пришлось дозаправляться. С таким багом расхода. Ну хотя должно хватить, по идее. Надеюсь на это. Ужас какой он управляемый, а. Ну тут, конечно, немного перебор. Коробка рвется, кряхтит вся.